Здравствуйте, друзья и уважаемые подписчики моего видеоканала. С вами снова Александр Гермаков. И сегодня мое видео посвящено ответу на вопрос многих моих подписчиков о том, как соединить заставку или установить заставку на видео после того, как они скачали заставку сервиса iVPIT. На самом деле, друзья, уже многие мои коллеги рассказывали в своих видео о том, как это сделать. Но все же вопросы поступают, и я начну свой рассказ. Сегодня я расскажу вам первый вариант, как соединить заставку и видео на своем видеоканале, видеоредакторе YouTube. Так, и для этого мы заходим на наш канал, нажимаем в верхнем правом углу на нашу фото, затем мы нажимаем на нашу надпись менеджер видео, и мы попадаем, появляется окно, попадаем на эту вот страницу. Далее мы нажимаем на слово входящее. Так, и далее мы нажимаем на слово редактор, видеоредактор. И вот мы попадаем в наш видеоредактор, где мы можем добавить нашу заставку к нашему видео. Итак, мы попали в видеоредактор. Здесь мы видим все наши видео, которое мы загрузили на свой канал. Итак, приступаем к монтажу нашего видео и заставки. Для этого мы выбираем из нашей коллекции нужную нам заставку. Давайте выберем вот эту вот заставку. И зажимая левой клавишей мыши, мы перетаскиваем на эту вот нашу дорожку. Таймлайн называется. Далее мы выбираем следующее видео. Ну, давайте выберем вот это вот. Как создать видеозаставку. Также мы ее сюда перетаскиваем. Можем просмотреть. Для того, чтобы переход между видеозаставкой и нашим следующим видео был плавным, мы должны поставить переход. Для этого мы поднимаемся вверх и вот нажимаем вот эту кнопочку в виде бабочки. Здесь мы видим, что у нас появилась коллекция переходов, и выбираем переход. Я выберу вот этот вот переход плавный и зажимая левой клавишей, перетаскиваем на таймлайн между видеозаставкой и нашим видео. Отпускаем, и встает у нас, так, нет, вот сюда вот. И у нас переход стал между заставкой и нашим видео. Итак, мы давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, дальше посмотрим сюда. Так, все хорошо у нас, отлично. Также здесь мы можем подрегулировать или подкорректировать наше видео на несколько кадров. И можем, ну, ненужный нам файл отрезать. Вот мы подносим к видео наш курсор и видим, что здесь появилось несколько символов, ножницы. Мы можем здесь добавить текст или слайд сделать и так далее. Поэтому, если у вас какой-то фрагмент на вашем видео какой-то ошибкой, вы можете его спокойно здесь вырезать. Итак, нажимаем ножницы. Ну, давайте вот здесь вот мы вырежем и нажимаем ножницы.
мы видим, что наше обрезалось и так далее. Далее мы можем здесь вставить также переход, который нам нужно. Если нас все устраивает, мы его сохраняем. Здесь мы можем изменить наше название видео. Итак, мы написали наше название видео и можем опубликовать. Но я не буду этого делать, потому что у меня заставка и видео готовы данного ролика. Поэтому я сейчас вам покажу уже готовое видео с видеозаставкой, которую мы соединили. Итак, мы перешли на страницу нашего видео, которое мы сейчас создали, и видим, что у нас вот наше видео, как создать видеозаставку. Итак, сегодня вы узнали первый вариант, как добавить заставку к вашему видео. На сегодня у меня все. С вами был Александр Гермаков. И до встречи в следующих видео.